Вить, сейчас не время, тут корреспонденты, попозже. Предстоит большая, серьезная операция, которая требует такой же большой, взвешенной и очень серьезной подготовки, потому что вы сами понимаете цену этого вопроса. Так, ну что, заметьте место, или мы его заметим? Вот он сказал в интервью в Америке. Естественно, если, как сказать, рациональное зерно в этом будет, мы, еще раз говорю, ни от чьей помощи не отказываемся, но главное, чтобы эта помощь была абсолютно адекватной, объективной, и чтобы это все-таки была действительно помощь, а не, как сказать, желание как-то так несколько высветить свои возможности. Так, добрый день. Слушайте. В том числе, что младшие братья, посчитав старших... Нельзя избирать человека президентом, который не в состоянии работать. В стране тяжело больной и в таком кризисной... Что касается подковерной борьбы, да, она очевидна совершенно. Максимальный